Друзья, всем привет! Меня зовут Маша. Сегодня я хочу вам показать, как шла работа над портретом девочки с собакой. Вот такой портрет выполнен на бумаге пастельмат, пастельными карандашами и сухой пастелью. Я на днях приобрела новый набор сухой пастели, вот такой от Виста Артиста. Мне понравились цвета в наборе, и мне было интересно попробовать, потому что цена недорогая и много цветов. Вот здесь 36. И есть очень красивые оттенки, вот такие телесные, которые мне как раз хотелось попробовать. Я не могу сказать, что этот набор очень хороший по качеству самой пастели, но цвета довольно неплохие. Если бы бумага была не пастель мата, а какая-то другая, попроще, обычная тонированная бумага, то, скорее всего, результат был бы не очень хорошим, потому что пастель довольно такая рассыпчатая, сухая, жесткая, если так можно сказать, несравнима с другими от Faber-Castell, например. Но, тем не менее, у меня все удалось, то, что я хотела. И сейчас вам покажу весь процесс работы. Приятного просмотра!